Когда я решил купить этот Lexus LX570 в 17 году, заменим сидушки. На более удобные. Можете присаживаться, покажу вам отличия. Ага. Значит, вот они сидушки, которые поставили совершенно новые. Греют, продувают и массажируют. То мне попались такие рекламные проспекты, что можно в Lexus вставить сидушки, которые не уступают по своему комфорту. BMW, Mercedes, все сделано на уровне, там и подогрев, и массаж, и продувка, и кожа, и само положение, вот это вот ортопедическое, супер-дупер. Ну, я, можно так сказать, повелся на эту рекламу. Я додумал по простоте душевной, что просто-напросто передние кресла, допустим, водителя и пассажира передних, они уберут и вставят новые. Цена на 17-й год каждого кресла была 200 тысяч рублей. Я думал так. Оказалось, нет. Остов остается оригинальный. Просто-напросто начинка новая. Более там комфортная, там кожа, все это там такое. Ну, вот если бы я знал, я бы не сделал. Но сделал. Все, езжу довольно. Задницу тебе подмассировать, спинку подмассировать. Все вроде не... Удобная кожа, мягкая и так далее. Но вот, к сожалению, элемент, который обогревает как раз сидушку, где ягодицы находятся, он перегорел или оборвался. И знаете, как-то вот спинку греет, а хотелось бы задницу, потому что под старости лет хочется, чтобы, знаете, коки были в тепле. Вот. А они тут как назло, как-то не особо. Ну, я и тыкался, и мыкался, и даже купил. Вот, порекомендовали, говорит, Емелю можно поставить туда. Ну, когда разобрали, посмотрели, что вроде как Емеля не совсем подходит. Кстати, теперь надо что-то с этой Емелей делать. А там купил два комплекта. Решено было починить этот нагревательный элемент. И вот как происходит чинка и все там-то такое, я выставляю этот видосик на ваше внимание. Отзывы можете сделать. Да, все сделали, греет, все более-менее нормально, все хорошо. Ну, как говорится, и слава Богу. Ну, короче, кто-то извращался, именно ну, делали самопал. Ну, тут, кстати, на фотке хорошо будет. ОТК. На ОТК-то и написано. Ну, вот. Но тебе, Петрович, тут еще один вопрос. Те нагреватели, которые ты привез, да, они в принципе, их поставить можно, все, но работать будет очень-очень плохо. Буду ремонтировать твой. Просто, понимаешь, это сиденье нестандартное, делалось непосредственно, ну, скажем... Вот здесь виток несколько укоротили, по сравнению с этой стороной. Взяли чуть короче, чтобы провода хватило до обжима гильзой. Гильзу обжали. Гильзу. Посадили в термоусадки. Сейчас заклеим, зашьем и будем собирать. Здесь подшили. Теперь проклеиваем и ставим на место. Для приклейки мата используем аэрозольный клей Террасон. Отлично подходит для резины, поролона и прочего. Наноси. В районе изгиба мата дополнительно наклеили полосу стеклоткани, чтобы заломы меньше были. Ну, собственно, сиденье потихоньку идет к сборке. Странно, по некоторым местам натяжка обшивки была недостаточной, где-то наоборот перетянута. Сейчас, насколько могли, оптимизировали, изменили. Тут клипсы по-другому сделали. В общем, должно получиться довольно ровно.
остается. Шелестят конфет обертки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Наступает новый год. Он о чем нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем. И по чоканье бокалам ходит счастье в каждый дом. Наступает новый год. Вот о чем нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курон попей. Веселись, народ, наступает новый год. О чем нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Бам 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 бам